Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов подвел итоги социально-экономического развития республики в январе. Так, в первый месяц года исполнилось 10 лет всесезонному туристическому комплексу «Архыз». В регионе состоялось совещание по вопросу проведения года семьи, объявленного в стране указом президента России. Подведены итоги прошедшего года педагога-наставника вместе с министром просвещения России Сергеем Кравцовым. В региональном отделении фонда «Защитники Отечества» состоялась встреча главы республики с семьями участников СВО. Карачаево-Черкесия в числе 31 региона в 2023 году показала наилучшую работу по реализации федеральных программ в сфере строительства. Многодетная семья Евдокимовых представила республику на всероссийском конкурсе «Династии России». Рашид Темрезов принял участие в совещании по вопросам развития туристической отрасли, которое в Архызе провел министр экономического развития России Максим Решетников. После капитального ремонта торжественно открыла свои двери начальная общеобразовательная школа «Адыгехабля». Глава Карачаево-Черкесии принял участие в мероприятиях, посвященных Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. И торжественно открылась врачебная амбулатория в поселке Октябрьском.